К другим темам. В области прошло совещание по обеспечению жителей медикаментами. На сегодняшний день в регионе запаслись лекарственными препаратами более чем на 400 миллионов рублей. По словам министра здравоохранения, в этом году на обеспечение медикаментами льготной категории граждан выделено свыше 2 миллиардов рублей. По словам губернатора, жителей беспокоит рост цен на препараты. Некоторые выросли в 10 раз. По этим фактам были проведены проверки саратовских аптек, а нарушители были оштрафованы. Повышение розничной стоимости представители фармацевтических сетей объясняют тем, что производители увеличили отпускную цену, а это связано с использованием в выпуске медикаментов импортных составляющих. Люди жалуются на рост стоимости препаратов, с которыми чаще всего им приходится сталкиваться, которые не относятся к перечню жизненно необходимых. Ну, например, тот же стрептоцид, который стоил, в общем, 3 рубля, увеличилась цена по нашему мониторингу аж до 10 раз в ряде аптечных учреждений. Он стал стоить 30 рублей. Казалось бы, цена невелика, но почему такой огромный рост, большой процент, в 10 раз происходит увеличение стоимости? Основная проблема формирования цены идет от производителя, поэтому цена, которую определил производитель, наши оптовики покупают у него. Они не могут ее сделать ниже, чем сделал ее производитель. Ниже отпускной цены здесь быть не может.